Возвращаемся после рекламы и продолжим с сводкой происшествий. Клинские полицейские задержали наркодилера. Была изъята крупная партия наркотиков. Карина Харитонова с подробностями. Видите, да, политые? Вещество белого цвета там, да? 22 черных свертка. Смертельный товар прямиком из Москвы в Клин. На точке продавца уже ждали. Сегодня не клиенты, а оперативники наркоконтроля. При досмотре машины в проеме под бардачком сотрудники изымают 44 грамма чистого героина. Чтобы я оставил человеку. Какому человеку? Я не знаю, не видел. Человека отправлял, у меня проценты. 24-летний уроженец Таджикистана в Клину всего лишь год. Основная работа на стройке, в остальное время Колым. А точнее бизнес, поставленный на поток, как и полагается настоящему коммерсанту, в квартире наркоторговца, бронированный сейф. В присутствии понятых его вскрывают оперативники. Так, значит, обращаю внимание, весы, упаковочный материал, вот обратите внимание, аналогичный, который в машине свертки были, с остатками вещества. Сим-карты, я так понимаю, это что-то постоянно меняешь телефон для этого, да? Да. Рядом все те же свертки, в них еще 88 граммов героина. Здесь же круглая сумма оборотных денег. Под замком оказался и мобильник. В нем-то и вели учетную документацию наркобизнеса. В памяти телефона адреса сделанных закладок с наркотиками по всему городу. То есть, которую забрали, то удаляли, да? Одну из так называемых закладок с 22 граммами героина оперативники изъяли в траве на окружной. А у домов на Литейной, Первомайской и Ленинградской были спрятаны двухграммовые свертки. Кому ты должен был продать? Клиенту. Клиенту? А деньги каким образом тебе должны были передать? На Киви кошелек. На Киви кошелек перевести деньги? Да. И ты должен был сообщить, я правильно понимаю, место, где нахождение героина? Да. Местонахождение самого наркоторговца теперь за решеткой. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере». Ранее несудимому уроженцу Таджикистана грозит лишение свободы на срок до 20 лет.